составе командующего артиллерии фронта генерал-полковника Казакова. Передвинулся к окраинам предместья Варшавы, расположенного на восточном берегу реки Вислы. Ни бетона, ни железа. Это была мощная система долговременных укреплений еще в конце 1942 года, когда сюда, к берегам Вислы, с берегов вылилось громовое эхо Сталинграда. С рассветом артиллеристы увидели результат своей грозной сокрушительной работы. Утро не принесло передышки врагу. В штурм включилась авиация. Наши пробитые артиллерии двинулись танки. Внешний обвод крепости Прага сокрушен и прорван. Пункта уже видна Прага. Фронт, но польских женщин и девушек не пугает опасность. На каждом перекрестке радушно угощают героев. Представитель советского... Враг отброшен на этом участке фронта за Вислу. Там видна Варшава.